Каждому из нас жизнь дарит бесценный подарок – молодость. Это время, когда стремления высоки, мечты кажутся достижимыми, силы бесконечными, а радости безмерными. Молодость – это особое время, когда перед тобой открыты все дороги, а энергии хватает и на учебу, работу, любимое увлечение, воспитание детей и многое-многое другое. Именно такая молодежь живет в Ленинске-Кузнецком. Артисты Дворца культуры и искусства подготовили для горожан яркий праздник, наполненный сюрпризами. Творческие коллективы и солисты города подарили зрителям свои лучшие номера. На площади Дворца культуры и искусства расположились интерактивные площадки различной направленности, выставки, мастер-классы, фотозоны и другие активности. Молодежь города и не только получили возможность зарядиться отличным настроением на все лето и сделать этот день уникальным и неповторимым. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ариа Ленинск.